И в завершении выпуска новости спорта. Первые в наступившем году лыжные соревнования прошли в Нарьян-Маре. Второй этап Кубка Ненецкого округа по лыжным гонкам состоялся 19 января на лыжной трассе спортивной школы Олимпийского резерва «Труд». Подробности у моей коллеги Ольги Русул. Участие в первых в этом году соревнованиях приняли взрослые спортсмены от 18 лет и старше. Всего на трассу вышло 20 лыжников, 15 мужчин и 5 женщин. Представители сильного пола бегут на дистанцию 15 километров в свободном стиле. Прекрасная половина человечества – 10 километров в том же стиле. Такой мороз, лыжи плохо катят. Ну так, в принципе, я доволен своим результатом. Первый раз пятнашку бежал классикой, коньком, свободным стилем. Ни разу раньше не бегал, классикой бегал. Ну, думал, что, конечно, может, первый раз будет лучше. Не знаю, сейчас посмотрю, какое время будет. Но я думаю, не быстро, потому что по самочувствию тяжело бежалось, мороз. Дышать тяжело вообще, голова закружится в конце. Так, значит, сегодня, во-первых, холодно, поэтому трасса жесткая. Подготовить лыжи было довольно, ну, сложно. У кого лыжи катили, тот эту трассу сегодня и выиграл. Вот, поэтому каждый поехал, попробовал, попытался, дернулся. Понял меру своей силы и возможности и поехал уже в своем темпе, потому что на таком морозе сильно много не побежишь. Массовости на этих соревнованиях организаторы и не ждали. Многие спортсмены сейчас на выездных соревнованиях. К тому же погода не особенно располагала для бега. Трасса все-таки она сухая сегодня. И получается так, с утра нас подготовили трассу, все разметили, все сделали. Трасса проходила в местах. Были и подъемы, были и прямые. Ну как, я думаю, для спортсмена было тяжеловато проходить сегодня трассу, потому что это и легкие уставали, и это работа статичная, то есть постоянно надо работать, негде отдохнуть. Ну, справились? Ну, все дошли, самое главное, до финиша, и это главное. В итоге первое место на пьедестале почета среди женщин досталось Елене Дуркиной. У мужчин самым быстрым стал Егор Евтысый. Победители и призеры гонок награждены медалями и дипломами Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого округа. Третий финальный этап соревнований пройдет в марте 2020 года. Ольга Русул, Вадим Стасюк, телеканал «Север».